Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне LG V50 Think включить режим «Не беспокоить». Заходим в настройки. Далее переходим в пункт «Звук». Видим здесь «Не беспокоить». Нажимаем. Можем настроить режим. Только важно, либо полная тишина. Можем выбрать, от кого мы будем получать вызовы. От контактов, от избранных, от всех, либо ни от кого. То же самое с сообщениями. И также есть функция «Повторяющиеся вызовы». Если она включена, и какой-либо контакт звонит вам второй раз в течение 15 минут, вызов не будет приглушаться. После чего также можем добавить расписание, например, еженедельно, по субботам и воскресеньям. Назовем его «Выходные», сохраняем. С 10 до 7, либо же 8 утра режим «Полная тишина». Можем также нажать «Завершить», если звонит будильник. Нажимаем «Сохранить». Так он включается, так выключается. И когда все готово, нажимаем «Использовать режим «Не беспокоить». Вы видите, появляется такой значок. Здесь его не видно, к сожалению. Такой вот значок. Как значок звука, но перечеркнутый. Чтобы этот режим выключить, точно так же требуется зайти сюда и нажать «Выключить». На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!